Международный день счастья отметила на уходящей неделе ООН. Исследование, подготовленное к празднику, показало, что счастливее всех на планете снова скандинавы. Причину эксперты видят в справедливом государственном устройстве. Да, граждане платят большие налоги, но строго пропорционально доходу и получают за это услуги высочайшего качества, бесплатную медицину, образование и инфраструктуру. А чего вам, тем, кто не проживает в Скандинавии, не хватает для полного счастья? Для полного счастья мне бы побольше внедорожник и четвертого ребенка. Торт преогромный и большой-большой кулек конфет. В данный момент я учусь в Израиле и думаю, что для счастья мне не хватает моих близких, родных рядом. Мир в моей стране. Не хватает чувства того, что окружают люди, рядом с которыми приятно находиться. И чувства того, что я могу делать то, что мне нравится. Я только что вернулся в Германию после жизни в Азии. Там во многом труднее. Со свободным временем, с медицинской страховкой. Возвращаясь сюда, начинаешь ценить все то, что прежде тебе казалось само собой разумеющимся. И понимаешь, что счастлив. Отменить дождь. Ненавижу дождь. У нас в Бельгии так много дождей. Для счастья нужно меньше ответственности. Любви. Для счастья нужна только любовь. Тишины и времени для чтения. Всего мне не хватало. Я здесь, в принципе, на работе. Дети у меня там остались, мамы остались у нас с женой там. И вот как бы вот это чувство нехватка родины, что ли. Не знаю, молодости. Я придерживаюсь выражения Льва Толстого в моем возрасте. Счастье – это отсутствие несчастья. Для полного счастья? Наверное, больше Бога в сердце и прощения. По краину у меня там родственники. Сейчас связь обрубили ДНР между народную. Не могу отцу позвонить. Вот это все как-то беспокоит. Нестабильность какая-то. Наверное, справедливости какой-то. Именно справедливости. Ну, потому что я уже давно борюсь с одними злостными людьми, скажем так, с одной строительной компанией. Помощи от правоохранительных органов не добиться. Жилплощади своей не хватает. Это главный вопрос, который сейчас волнует многих. Руки есть, ноги есть, голова есть, но остальное заработаем. Вот, чтобы были здоровы близкие, родные, живы-здоровы и солнце побольше.